Ну что, я, как и многие, записался на PUBG New Estate. Сказали, игру можно скачать. Я скачал. Потом у меня что-то пошло не так. Я полез почитать комментарии. Как вы видите, у многих тоже что-то не так. То есть, скачав игру в данный момент, вы все, что сможете, это скачать 38% кэша, ну и сам инсталлер игры. Более не будет ничего. То есть, на картинках мы видим, что все красиво, что можно уже поиграть, но игры просто нет. Это у нас PUBG New Estate. Вы сейчас увидите, что все, что мы можем, это увидеть 38% загрузки кэша. Более ничего мы не увидим. Напоминаю еще раз, PUBG New Estate был предложен людям как подписка на предзагрузку. Мы подписались, мы пытаемся установить, пока ничего не происходит. Будем просто ожидать, когда игру починят. Как нам многие пишут в комментариях, многие игры стартуют именно с того. Сервера пока недоступны. Продолжаем ждать. Удачи!